Красотища, да и только. Прошлую воду еще. Идем ставить ловушку. Сейчас. Там полянку нашел одну. Такая акация растет. Яблони цветут. Надеюсь, что-нибудь поймаю. Красота какая. Сосны. Запах вообще обалденный. Елочки растут. Так, ну ладно, сейчас включусь подальше. Так, вот нашел такое дерево, как рогатка. И поставил туда ловушку. Бревнышками распер. Не болталось. Ага. Подставил внизу на всякий случай акацию, если будет качаться. Вот так вот. Так. Вот так сделаем литочек небольшой. А это прополисом намазал и полотнышко тоже с прополисом. Тупо. Рядышком озеро. Акация сейчас скоро будет цвести. Надеюсь. Пчелки залетят. Пожелайте мне удачи. Так, приехали на новое место. Идем искать. Пик поставим. О, какие елки, сосны. Здорово. Пчелы гудят. Лезу сквозь акацию. Ух ты, как хорошо. Так. Здесь где? Я пойду дальше. Полянку найти какую-нибудь. Это толкачки или поганки?
червивые все. Во сколько. Нашел опушку. Прям возле дороги недалеко. Так. Открываем литочек тоже. В принципе. О, крепко держится. Все. Пускай теперь стоит. Будем ждать улова. Нашел. Опа, ножичек какой. Походу советский. Рабочий. Отмоем. Открывалка. Даже еще острый. Все. Штопор даже есть. Вот эта тема. Трофей.